Всем доброго вечера, мои хорошие. Наверное, вы тоже готовите что-то на ужин. Опять у нас плов, а вы скажете, почему она все время плов делает. Почему? Потому что у нас сегодня на ужин куру фасоли. Но она у меня переварилась, так я не поняла, какая-то новая, вкусная. Так, и еще у нас на ужин суп из кабачков овощной. Ну, блендером все. Кабачок, помидоры, морковка, картошка, зеленый перец, приучаю ашкема. И я еще добавила, положила сюда чечевицу. Чуть-чуть приучаю ашкема. Он раньше вообще не ел эти овощной суп, а сейчас уже начал кушать. Ну что, всем приятного аппетита. Вот к этому салат не делала. Вот такой вот все у нас. Кисточка. И что мой ашкем купил? Картошку пришел, пошел за хлебом и купил что? Сколько килограмм? Букач кило сеналдын. Взял вот такую упаковку. Кач кило бурда. 2 кило. Говорит, со скидкой. Не кадар бу? 27 лир ты дал за это? 2 кило им что? Сын и имы сын? 1 кило 14 лира? Ашкин, ты мог за это взять и китаны тавук. Дортаны джир. Вот вы видите, что творит он. Что он творит? Неэкономный мой муж. Не то, что... А посмотрите, соли сколько набрал. Соль. Кач кило туз. Он еще работал. Еще что? Буны. Готов. И как... Чок-капу. Буду делать новый шоколад. Чок-капу. Мои хорошие, что-то расскажу сейчас вам. Не знаю, даже не помню, говорила я в предыдущих видео или нет. Многие ждут от меня шоколадных конфет. Ну, вы представляете? Их нету. Почему их нету? Потому что я чуть не сгубила себя. По рецепту там надо 150 грамм какао. А мне не было, так как какао 50 грамм. Я решила положить нескафе, которое мы не употребляем. 100 грамм. Я это все сделала. Они, во-первых, трудно было. Получился очень горькое. Очень горький шоколад получился. Потом, значит, сейчас я отключу. То шумит она. Так, потом получилось все нормально, все вроде застыло. Я решила свернуть рулетиком, да, потому что так не получилось у меня, как там я у Савченко Милы увидела, классно. Свернула рулетиком, отрезала и такой кусяра с кофе выпила. Друзья мои, у меня я чувствую, что какая-то аллергическая реакция, как будто лицо покраснело, но я не поняла, что это было. Оказывается, у меня давление поднялось. Представляете, 140 на 90. Там столько нескафе. Мой ашкам испугался, потому что мне заколотило все. И он выбросил эти шоколады. И я так что буду делать в следующий раз. Я обязательно вам покажу. Надеюсь, поэтому он купил 4 пачки какао, чтобы мне хватило. Вот так вот. Вот история этих шоколад, поэтому вы их не видите. Потому что я чуть не погибла. Сегодня, кстати, очень холодно. И я, знаете, что себя плохо чувствую. Почему? Потому что после зумбы 2 дня назад я делала, я еле передвигаюсь. У меня все тело, мышцы, я так чувствую. Я, вот если я сяду, я с трудом потом встаю и двигаюсь. Кое-как приготовила вот этот ужин. И вот сейчас решила чуть-чуть отдохнуть. Видно, я устала. Но покажу это занятие. Оно называется в Ютубе, как можно за... сжечь 300 калорий. Наталья, кажется, ведет эту передачу, этот урок. Такая красивая, симпатичная, в сиреневом костюме спортивном. Так вот, мои хорошие, мы пошли кушать, а потом будет шо. Можно шиёру, Машка? Я натис. А нат юру, чоколад нерде, сурьёрла. Чоколад нерде, бен сурьёрум, кишке ольмедим. Танцёны чин. Посмотрите. Ашкин. Сигара ум. Артист. Короче говоря, мои хорошие, пошли кушать. Пока-пока. Это экстренное сообщение. Всем привет, мои хорошие.
шла пятая, шестая неделя карантина или седьмая. Мы уже не считаем, потому что и конца края нет этому карантину. Нам приходится что-то делать, чем-то заниматься, чтобы не падать духом и не негативничать. Так вот, мои хорошие, вот я сегодня, два дня назад я спекла много шу, у меня не было какаошки, мне вчера купил, и я вот сегодня разукрасила вот такие шу. Сейчас мы будем пить кофе и, ну, посиделки на кухне начинается рубрика. Смотрите, такие красивые. Эндер! Эндер! Bakar mısınız? Buyurun benim. Aşkım, kahve davet ediyorum seni. Sen kapat o ses. TV. Так кричит этот телевизор. В общем, сделала такой кофе по-турецки. Знаете что, мне очень многие спрашивают, покажите, как варить. Вот сварила и забыла. Ничего нету особенного. Вот берете вот такую вот полные ложки. Чем больше будет кофе, тем будет вкусный, насыщенный кофе. Заливаете, вот я вот на такую, вот такие чашечки, да, полную заливаю, полные ложки чайные кофе, сахар по желанию. И, значит, как только помешаете хорошо и начинаете, как только начинает пенка подниматься, вы пенку снимаете. Потом обратно стоите, не отходя от него, стоите. И когда она, значит, начнет такая пенка большая подниматься, вот тогда выключать. Не надо, чтобы кипело, и тогда у вас будет хорошая всегда пенка. Так, Ашкин. Привет, моя хорошая. Даже не говорю. Другое слово выучишь, башкасос. Спасибо, все, надо говорить. Спасибо, таби-таби. Так, Ашкин, посмотри, что я сделала. Бак, не яптембен. Вот кофе, шоколад йод, шоколад потом сделаю. Сора я поем шоколад. Ама бакар мысын. Лютфен. Афиет олсон. Как дела? Насылся, Ашкин? Не вар, не йог. Bizim de aboneler, bekliyorlar haberleri yeni senden. Yeni bir haber aldım, çok sevindirici. Aa, сейчас он новую новость получил и очень обрадовался. Temmuz'un 1'i itibariyle koronavirüs bitecekmiş. Temmuz'a kadar? Aşkım, Temmuz'a ikinci aynı yazın. Ha? Evet, Temmuz. Bitirecek, karantin de bitirecek. Kim dedi o? Doktor. Знаете, что он сказал? Что до июля месяца вирус исчезнет. Сора не олачак. Сора икинжи. Şey geliyor, dalga geliyor. Потом вторая волна будет. Şimdi ikinci dalga. Şimdi ikinci. İşte Temmuz'dan sonra ikinci dalga olacak. После июля будет вторая волна. Sonra? Sonra işte Çinliler COVID-19 plus çıkaracaklarmış. O da üçüncü dalga. Ne çıkaracak? COVID-19 plus, yeni model. Aa, новый коронавирус. Не буду говорить, новый вирус будет. COVID-19 plus называют. Были мы? Bu iyi haber. Ondan sonra X. Aşkım, bu iyi haber. X'lar. İstemiyorum bu haber. Sen başka bir şey söyle. Biz iki ay kadar evde oturacağız. Я говорю, два месяца мы еще будем дома сидеть. Как бы вам показать? Вы видите моего Ашкина? Ашкин. Орада бак, орада. Мои хорошие. Что-то у меня сегодня голова болела с утра. Посмотрела, у меня пониженное давление. И после моего спорта, три дня назад, я до сих пор не могу двигаться. Вы представляете? Но я думаю, что это последний день. Завтра будет хорошо. Ашкин, е, да? Попьем кофе. И хабер соли, и. И хабер. Я маникюр чуть. Мерсинде вака сайсы 30. О, и хабер. 30 заболевших в Мерсине. Ашкин, бу и хабер дейл. Мерсинде 30 кишинер. Лидич дейл. Ааа, гюзель. Бакачас, гюзель. Ашкин, сын... Он да истемёрсен, не видит. Вообще скажите в комментариях, пирожные кушают вот шу, вилкой и ножом?
пропала. Бе-бе-бе. Я сегодня ушла на кухню и пропала. Он приходит и говорит, ты что здесь, лаборатория у тебя? Какой вирус ты родишь скоро? Что ты, говорит, целый день, говорит, потом увидел, что я какао. Я говорю, выходи отсюда, а потом позову тебя. Санедеды бана, ханги вирус, лаборатор вар бурда, ханги вирус сен, я пью. А что чалишь, мадам? А, прививку. А что и блуджас? Как вкусно. Дюняя, а что и бу мутвактан чкараджас? Вот здесь говорит, прививку ты разработаешь на своей кухне. Беклесин, дюня. Пусть подождет мир. Ой, Ашкин. Ой, Ашкин, знаете что, погода такая дурацкая. То солнце, то пасмурно. В Мерсине такой не было погоды год назад. Мы уже ходили вообще раздетые, а сейчас даже в тени замерзнете. Так, мои хорошие, что я могу вам сказать еще? Башка йог бершашкам. Иш йог, и хабир йог. В общем, не знаем, чем заняться. Нет, знаем, чем заняться. Дел полно. У меня тем более дел полно. Винимашкин, да, сегодня у нас кран на кухне. Муслука и чиндьору. Как мне Ашкин помогает. Ну, надо его менять, короче. В ближайшем будущем. Ну, новые сейчас, не то, что там испорчено. Там вот, знаете, у нас вода же с хлоркой, и накипь там образовалась. И пока я там полы мыла, пылесосила, я ему просто сказала, налила такую жидкость, которая сжигает. И я сказала, Ашкин, у меня, говорю, сейчас маникюр, если ты поможешь мне, я буду благодарна. Я там убралась, все в спальнях там. Смотрю, он правда... Чистит мой этот кран. Вот такой вот у меня Ашкым. Муслук тем из леды. Ашкым е. Едем, ахшам ер. Ахшам, ты шумды истинёрсон. Чайна гюзел гидер. Бевендин мэр? Сен чиле бевендин мэ? Гюзел. Гюзел чиле калдам мэ. Пахалы. Алты дыра. Чок пахалы, Ашкым. Вот сегодня пятница, да? Вспоминаем, как мы с Ашкимом гиздик сахилды, хатилы йорус шимды, не замана. Когда, говорит, в том году? Анги сэре. В каком году? Шим Туркия... Ашкин сэн более утур, сэн. Туркия лякес дёр ки, 2020... 2020 вирусли чыкты, дёр. Истемиёрз, дёр. 21-е гечмек истёрз. 2021, дрейк. Ашкин, бубениме, это мой год, что происходит? Я вообще крыса. Бене, Ашкин, фаре. Бубениме. Бенемечина и Иола, Джак. Для меня он будет хорошо. Дня чеки толду. Чалыш Йорум. Бен чок и им шимды. Мне очень хорошо сейчас. Мой год. Бизнес развиваю, Ютуб развиваю. Сколько у меня моих друзей появилось, моих подписчиков, моих любимых. Такие вы мне пишете комментарии, прямо аж душа радует, хочется стараться и это, ради вас жить, клянусь, говорю, честное слово. Новости с Батуми, Хабер Батумда. Мой зять вернулся, они уже тоже гуляли там с детьми, потому что дети все время дома. Вчера звонила дочка, с мамой в шахматы, шашки играют. Мама говорит, ух, как она меня выигрывает. Ну, в общем, дети с ума сходят. Ну вот, потихоньку уже привыкли к дому. Ну что делать? Там мамашка, битериорус бизил заман. Новых новостей нету, но все, пошли мы. Дела свои делать. Пока-пока. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Вы ели когда-нибудь сырой баден, миндаль? Посмотрите, как мой муж ест. С таким удовольствием, мама дорогая. Ашкин. Гюзель му бу? Да. И говорит, мне покушай. Как это покушать с солью? Аж, тут собак. Как животное. Хайван гибим. И доматес ты ешь?
Bir. Sen benim aynı pasta şey yemedin ya, pasta. Aynı da. Bu güzel aşkım. Turkları çok seviyorlar orada. Seviyorlar. Özellikle Mersin. Тарсус, вот сразу. Видите, нам не понять, как им не понять, что мы печеные сладости с творогом любим, а они вот кушают вот непонятно что. Поза ебедик. Вот такие вот дела у нас.